Всем привет! Меня зовут Эля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет распаковка посылочек с сайта AliExpress. Вот столько их много мне пришло. Это будет, наверное, последняя распаковка в этом году. Поэтому давайте посмотрим, что же мне пришло. Я их отложу немножко в сторону и оставлю одну посылку первую. Итак, первой посылочки мне пришло. Мне пришли пайетки. Первый раз вижу, чтобы пайетки приходили в таких целлофановых вот этих упаковочках. Обычно они приходят в зип-пакетах, таких вот белых. А тут посмотрите, какие они пришли. Вот в таких пакетиках. Размер у этих пайеток 4 миллиметра. И заказывала, значит, я вот такие цвета. Заказывала я их на распродаже 11-го, что-то они были совсем по такой смешной цене. Что-то там 30 рублей, по-моему, за пакетик был. В общем, пришли, смотрите, вот такие фиолетовые, фиолетово-сиреневые, с такими вот блестюшками внутри. Заказывала я вот такие зеленые, да, оливкового цвета, цвет морской волны. Или мятный, да. А еще одни зеленые. Такие уже потемнее. Белые перламутровые. Такие с розовым отливом. Очень они красиво смотрятся. Ну, черные классические, обычные. Они идут матовые. И красные. Размер у них все 4 миллиметра. Хорошие пайетки. Симпатичные. В общем, пайетки да пайетки. Ничего нового здесь нет. Следующая моя посылочка. Это мне пришел вот такой пион. Я его тоже заказывала на распродаже 11-го. Он мне выходил около 20 рублей. Вот такой вот он розовый. Его подержать над паром нужно, и он распушится, распрямится. И для фотографий, да, для фото фона. Очень даже красивый. Мне нравится. Написано, что здесь он шелковый, из шелка сделан. Ну, возможно. Такой, в принципе, добротный цветочек. Мне он очень понравился. Немножко тут нитки торчат, но ничего страшного. Я думаю, ничего страшного не будет. Немножко подержим его вот так над паром, да, и он чуть-чуть побольше будет. Мне уже такие цветы приходили. Может быть, кто видел в прошлой распаковочке. Очень классные. Они распушились. И смотрятся очень круто в кадре. В общем, вот такой вот цветочек на распродаже я урвала за 20 рублей. Положим его сюда. Следующая моя посылочка. Это мне пришли кристаллики. Значит, размер у них 6 на 8, такие овальчики, 20 штук их в наборе. Я заказывала микс, можно было заказать и отдельные цвета, какие нужно. Ну, что-то вот мне захотелось микса, посмотреть в миксе, какие же там цвета есть, и если мне понравится, то я закажу отдельно. Это мой любимый размер 6 на 8. Посмотрите, какие они красивые малышки. Очень красивый красный цвет. Посмотрите, какой глубокий красный. Так, два желтых здесь. Вот такие. Фуксия. Шампанское цвет. Шампань, да. Такой вот розовенький один. Хорошие кристаллики. Мне они очень нравятся, понравились. Они хорошего качества. Написано, что у них покрытие К9. Это вот, по-моему, оно не стирается. Вот такой вот цвет, очень красивый такой, знаете, глубокий такой. Внутри как будто синий и в то же время какой-то голубой там. Очень красивый. Вот этот цвет красивый. Это черный.
Черный. Вот такой вот, да. Янтарный цвет тоже очень красивый. Вот такой вот. Вот этот цвет, знаете, он даже такой не синий, он такой цвет морской волны даже, я бы сказала, да. А вот этот уже такой вот синий. Красивый. А вот этот прям темно-синий. Очень симпатичные кристаллики. Оборотная сторона у них тоже вся хорошо прокрашена. Ну, я не вижу здесь сколов никаких. Вот прям вот на первый взгляд кажется, что они прям вообще идеальные. Сверкают просто круто. Красные очень красивые, желтые. Все красивые. Эти тоже я заказывала на распродаже. Тоже 11.11. И вышли они мне по очень бюджетной цене. Такой вот микс. Симпатичный микс. Очень мне нравится. У продавца, по-моему, было вообще 24 цвета представлено. А здесь в лоте 20 цветов. Ну, то есть 20 штучек их. И вот такие вот цвета. Ну, в принципе, продавец неплохо постарался, да, положил разные оттенки и разные цвета. Ссылочки на все товары, которые я вам сегодня покажу, оставлю внизу в инфобоксе. Заходите, заглядывайте, может быть, кого-то что-то заинтересует. В общем, вот такой вот микс классный, мне понравился. Так, давайте к следующей посылочке перейдем. Сегодня день пайеток. Это мне тоже пришли пайетки. Посмотрите, какой фиолетовый, красивый такой цвет прям классный. И красные. Эти тоже 4 миллиметра, как и вот эти. Они, у них цвета одинаковые, кстати. По-моему, я вот здесь заказывала немножечко другого оттенка, красный, но я посмотрю. Вот. И вот такие. Эти я тоже заказывала на распродаже 11.11. Тоже что-то там пакетик около 35 рублей выходил. И вот такой мне цвет понравился. Такого у меня еще нет цвета. Очень красивые пайетки. Здесь их намного больше, чем вот здесь. Цена была одна практически. Практически одна. Я люблю пайетки 4 миллиметра, 3 миллиметра и 2 миллиметра. Вот, ну, иногда 5 покупаю. 6 для меня уже немножко большеватый. Вот самый оптимальный вариант. Мне нравится 4 миллиметра. Еще одна посылка. Здесь я не знаю, что. Просто отрезала, посмотрела. И будем вместе с вами распаковывать. Посмотрите, как продавец все упаковал. Не знаю даже теперь. Вот тут все не порвать. Что там пришло, не знаю сама. Ага, знаю теперь. Так, я заказывала микс. Это шатончики мне пришли. Их здесь в наборе 100 штук было. Тоже я их заказывала на 11.11 на распродаже. Посмотрите, как продавец их упаковал. Просто молодец. Продавец молодец. Угу. Большое ему спасибо за это. Так. По-моему, размер у них был 4 миллиметра. И у них был вот такой вот микс. В серебряных цапах они были. Смотрите. Так, не видно, да? Ну, разные-разные здесь цвета есть. Здесь вообще в наборе 100 штук было. Такие вот маленькие шатончики. Очень симпатичные. Нравятся мне иногда вот такие шатончики использовать в вышивке. Так вот, вообще прям они сверкают красиво. И в принципе они, смотрите, здесь все аккуратненькие. И много цветов здесь есть. И оранжевые, вот вижу. И белые. Вот такие вот какие-то темно-пурпурные. И голубой цвет у них. Тут, в общем, всякие разные цвета. И синие, и черные, и вот серые. И серые у меня тоже закончились. Я недавно делала брошь-снегирек. Вот такой вот, да. Мастер-класс на него тоже есть. Можете заглянуть, посмотреть. И мне нужен был здесь тоже шатончик
серого цвета, но, к сожалению, у меня не было, я заменила бусинами и ронделями вот серого цвета. Здесь у меня Сваровски, вот жемчужинки, вот эти бусины Сваровски. Такой вот снегиречек у меня был. Кто не видел мастер-класс, пожалуйста, зайдите, посмотрите, ссылочку на него я вам оставлю. А эта брошка сделана на заказ, и завтра я ее отправлю уже своей хозяйке. В общем, вот такие вот шатончики. Симпатичный вот такой цвет, красивый, синий такой прям вообще. Очень симпатичный, мне нравится. Люблю такие маленькие шатончики. Вот тут даже прозрачный цвет есть такой с розовым. Серый. Такой вот цвет мне нравится, пурпурный. Такие вот зеленые. Ну, в общем, вы поняли, какие это шатоны. Я их тоже заказывала на распродаже. Тоже ссылочку на них, конечно же, оставлю. В общем, вот такие симпатяги. Так, следующая моя посылочка. Вот эту посылку я очень ждала. Это бусины, жемчужинки, да? Жемчужинки. Я заказывала вот такой вот синий цвет, розовый. И вот такой вот это серый. Давайте будем все смотреть. Размер у этих бусин 6 миллиметров. Шикарные, посмотрите, какие. У них размер 6 миллиметров. И мне нравится, что у них вот эти отверстия, они такие маленькие. И вот, вот эти вот бусины очень, кстати, хорошо вот тут вот прокрашены. Вот здесь вот. А то некоторые, вот я в прошлой распаковке показывала, у меня тоже были бусины такие малинового цвета, они не очень хорошо были прокрашены. Я хотела их использовать вот сюда, как имитацию сделать гроздья рябины, но они мне не подошли по одной простой причине, потому что у них вот эти вот края были плохо прокрашены, и в этой броши бы некрасиво смотрелись. Конечно, никуда они не годятся, только куда-то вот в вышивку точечно, да, добавить. В общем, вот эти бусины, что они тяжелые, стеклянные. Мне они очень понравились. Цвет, посмотрите, какой красивый цвет. Такой вот прям он сложный. Я бы сказала, такой сине-серый. Вот очень классный. Так, и... Так, сейчас я это чуть-чуть пододвину вот сюда. Так, и 4 миллиметра у меня. Там у продавца было только два размера. 6 и 4. Жалко, что не было 5 и 3 миллиметра. Я бы взяла бы. Вот такие вот тоже. Точно такой же цвет. Прям, не знаю, видно вам, нет? Но мне кажется, вот этот чуть-чуть посветлее, чем вот этот. Ну, это, по крайней мере, мне так кажется. Ну, да. Оттенок у него другой, чем вот у этих. Не знаю, видно вам на камеру или нет, но вот эти вот как будто такие серые, а эти больше не синие, не голубые. Да, разные оттенки у них, конечно. Так, давайте посмотрим дальше. Я заказывала еще розовые. Так, здесь нитка не закреплена. Минуточку, там рассыпались. Ну, вот эти симпатичные очень. Смотрите, какой нежный, красивый цвет. На нитке здесь должно быть около 100 штук. Ну, это так у продавца написано. Ну, не знаю, пересчитывать я не буду, естественно. Так, и... 6 миллиметров. Ну вот у этих цвета совпадают.
Смотрите, какие классные. По-моему, бусин, которые 6 миллиметров, их здесь около 70 штук. Ну, вот, вижу брак один, да, смотрите, какая бусина. Какая она, помятая какая-то. Ну, она такая тяжелая. Какая-то такая странная бусина. Ну да ладно. В общем, классные бусины, я ими довольна. Очень долгая посылочка она у меня была и очень долгожданная. Вот этот цвет мне нравится. Такой серебристо-серый. Красивый какой, прям вообще. Я вот люблю такие цвета. Вот такой. Прям смотрятся они, конечно, вообще шикарно. Вот такой вот цвет. Серебристо-серый. Красивый. Тоже 6 миллиметров. И 4 миллиметра. Ой, вот вообще красивый. Ну, бусины вроде все ровненько прокрашены. Я вот смотрю, нету, не вижу, да, вот такого, чтобы вот около краешка было как-то вот обгрызано и как будто не прокрашено. Ну, нет, вроде эти все прокрашены, дырочки у них маленькие. То, что и нужно мне было. В следующем новом году можно творить чудеса. Всякую красоту будем творить с вами вместе. Буду вам обязательно все показывать, что я делаю. Тем более отзывов очень много, нравятся мои работы. В Инстаграме девчонки пишут, что очень красиво и симпатично. В общем, вот такие бусины, вот эти мне очень понравились. Я ими прям довольна. Ну, тоже немножечко, видите, да, у них цвет. Этот темнее, этот светлее. Может быть, так оно и должно быть, не знаю. Так, давайте следующую покупку посмотрим мою. Осталось немного. Это я тоже брала бисер. Это пятнашка на распродаже. Значит, вот такие вот цвета. Я взяла вот такой янтарный. Тут, видите, даже белая какая-то бусина. Бисерина попала, десятка. Так, янтарный цвет, да, или бронзовый. Он янтарный, наверное, все-таки. Вот такой вот цвет. Прозрачный золотой с сердцевинкой такой серебристой сердцевинкой, забыла как. Так, вот такой вот я взяла цвет матовый, такого вот цвета бордо. Вот такой вот я взяла цвет, это, ну, более мятный, наверное, такой, да, или цвет морской волны. Оранжево-красный такой вот цвет тоже мне нравится. Как раз у меня он уже закончился практически. Такой зеленый взяла, синий, голубой, ну и серый. Вот такие, такой вот бисер. В принципе, он классный, я его постоянно покупаю. Я не знаю, взяла ли я все цвета, но, по-моему, не все. Я его тоже заказывала на распродаже. Ссылочку тоже прикреплю вам внизу. Классный, симпатичный бисер, мне нравится. Особенно вот у него есть, знаете, здесь, может быть, он не совсем прям сильно калиброванный такой, да, но в основном бисеринки здесь идут все ровные. И вот иногда надо вышивки, да, какую-то бисеринку потолще поставить, какую-то потоньше, и мне вот это вот очень нравится. Вот. В основном, конечно, я работаю Тоха, Делика, да, но вот такой вот бисер, да, как скажем, подделка, да, китайская, она тоже очень-очень неплохая. В общем, куда их сюда положу. Так, и последняя моя посылочка на сегодня. Это тоже мне пришли пайетки, тоже с распродажи. Посмотрите, какие у них цвета красивые. Эти цвета тоже, вот эти вот пайетки, они тоже идут 4 миллиметра.
И стоили они на распродаже 11.11. Продавец очень давал хорошую скидку на него. На эти вот именно пайетки, я запомнила, они стоили 25 рублей, вот этот пакетик. То есть сейчас они стоят где-то 60-70 рублей за пакетик, а на распродаже 11.11 я покупала, по-моему, за 25 или за 26 рублей. Конечно, сейчас цена уже не такая на них, и мне они понравились. Посмотрите, у них перелив АБ такой, и они прозрачные. Вот эти вот очень красивые. И вот этот цвет мне понравился. Такой цвет мятный, цвет морской волны, такой светлый-светлый. Очень нежные такие пайеточки. Вот этими пайетками я очень довольна. Я вообще всеми сегодня покупками довольна, но вот эти мне очень понравились. У меня таких еще нету пайеток. Будем что-нибудь вместе с вами творить из них. Вот этот цвет какой красивый. На камеру немножко вам он кажется такой темноватый, но нет. Он очень светлый. Прям вот, знаете, ментоловый такой цвет. Мятный, ментоловый, очень нежный. И зеленый тоже немножко понежнее, чем у вас на камеру. На камеру немножко поярче смотрятся они. На самом деле они нежные у них цвета. Я вот все мечтаю вышить попугая, и, может быть, в следующем новом году я это сделаю и обязательно воспользуюсь этими пайетками. В общем, вот такая у меня была. Все, да? Посылки все закончились. Вот такая у меня была сегодня распаковочка небольшая. Казалось, что посылок много, но на самом деле немного оказалось. На этом все. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас в следующем году было намного-намного все лучше, чем в предыдущем, в этом году. Желаю, конечно же, всем здоровья, творчества, творческих успехов, вдохновения. В общем, всего вам самого наилучшего. И я с вами прощаюсь. Увидимся же, конечно же, с вами в следующем Новом году. Всем пока-пока.